Баскетболисты Зорана Лукича после обидного поражения от «Автодора» приехали в Санкт-Петербург. Первый период обе команды показывают равный баскетбол, и это отражается на счете 23-22 после первых 10 минут. «Зенит» впереди. После небольшого отдыха хозяева паркета совершают рывок, чем заставляют под конец второго отрезка Зорана Лукича брать тайм-аут, чтобы привести своих баскетболистов в чувство. И на большой перерыв команда уходит со счетом 43-36. Нижний уступает 7 очков. По такому же сценарию проходит и третья четверть. «Зенит» держит Нижний на комфортном отрыве 70-58. Преимущество питерцев растет и к середине последнего отрезка достигает уже 15 очков, а за 3 минуты до конца – до 20. К финальной сирене НН немного сократил отставание, но «Зенит» уже своего не отдал. 90-74. Нижний Новгород терпит второе поражение в декабре. Четко, ясно, «Зенит» поставил все на свое место и показал, как выглядит, как команда играет на сухом качестве. Просто. Качество 10 игроков в ротации я четко поставила мою команду на место. Следующий матч Нижний Новгород проведет уже на домашнем паркете 18 декабря против «Локомотива Кубань». Служба информации Артемий Катков.